Вот те самые кадры, где в колодце рядом с общежитием кишат тараканы разных видов. Наша съемочная группа выехала на место и наглядно в этом убедилась. По словам мобильного репортера Олега, он живет в этом районе и заметил проблему недавно. Я приехал из перевозки автобуса, вышел. На первом автобусе проходил рядом с колодцем и заметил пробегающего таракана. Я не понял, вначале, что за насекомое. И я вот так, как его провожал, снимал, и потом ужаснулся, то, что куда он прибежал. Там, где стая этих всяких разных разновидностей тараканов. Тепло, влажность и обилие еды – идеальные для них условия. Это нам пояснила по телефону биолог. Это же мы и увидели во время съемки. На крышке колодца лежали остатки пищи. Днем кто-то здесь кормит голубей, а ночью тараканы подбирают остатки с барского стола. Должно быть чисто, сухо и без всяких там объедков и все прочее. То есть убрать из них, чтобы всегда обитание для них было не для их жизнедеятельности. То есть чистота, в первую очередь чистота. Для этого нужна одна заявка от владельца этих всех объектов, которые там, где имеются тараканы. Заявка, мы с ними заключаем договор, едем, обрабатываем, и все, вопрос будет решен. С первого раза тараканов вывести невозможно, говорят специалисты санэпидемстанции. Нужно несколько попыток и чистота, чтобы насекомым просто нечем было питаться. Серьезная проблема требует решений, и это понимает наш мобильный репортер Олег. На этой неделе именно он забирает сертификат на 3 большие пиццы. Вы тоже можете стать мобильным репортером и получить подарочный сертификат. Для этого снимайте на видео интересные события или происшествия, отправляйте нам на электронную почту tnt.news@mail.ru, в группу ВКонтакте или по оперативным телефонам 43 17 11 или 26 28 17. Итоги мы подводим в конце каждой недели. Елена Силакова, Степан Некрасов и Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья.